Здравствуйте, меня зовут Наталья, я дипломированный мастер росписи по дереву и участвую в конкурсе Golden Time. Я представляю две работы. Начнем с маленького сундука. На крышке сундука я изобразила льва, роспись велась темперой. Это охра, кадмий, умбра. Единственное, что вот по краю сундука я пустила орнамент по акрилу, по золотому акрилу. Еще интересный прием. Я не стала закрашивать саму древесину. Мне очень нравится, как фактура древесины играет под лаком. Вот такой вот маленький сундучок.